Вот сегодня разбирали двигатель один. Очень интересный. Значит, у человека кольца просели, резиновый уплотнительный под гильзой на тракторе. И вода пошла в масло. Ну, значит, масло у него было вот залито с этой вот бочки. Вот это масло. Очень такое хорошее даже масло было. Серия CI4. Очень козырное масло завезли в хозяйство. Раловское. Чудесное. Но пошла вода в немерных количествах. И вот что с этого масла получилось. Вот такая вот эмульсия. Белая бодяга. Вот что получается из масла, когда попадает в него вода. Получается вот такая вот беленькая эмульсия. Вот. Которая на ощупь даже очень даже скользкая. Вот. Но вся проблема в том, что вот эта вся эмульсия потом убивает мотор. Но все это переколачивается и уже никак не отслаивается. Такая вот она уже и будет по жизни. Кстати, ей очень хорошо смазывать всякие сверла, резцы. Вот, лучше не придумаешь смазки. Очень хорошая для этого дела, но для работы двигателя уже она не годится. Так что если вы вытянули щуп со своего двигателя и увидели вот там вот такое явление, или в большей степени, или в меньшей степени. Ну, больше, наверное, уже некуда, потому что там масло воды вылилось. Очень много это масло. А если у вас появилось вот такое вот беленькое в масле, похожее на эмульсию, значит, у вас в картере вода. Вот так все это дело выглядит. Вот. Неприятная вещь. Ладно, будем ремонтировать. Куда же денешься? Так что такое, смотрите, если в картере такая вот штука появилась, это беда. Это надо спасать мотор.